Привет, привет, друзья! Тема этого видео – смарт-часы. Смарт, или так называемые умные часы, во-первых, это часы, и на них можно увидеть время. Во-вторых, они сообщают об уведомлениях, трекают всю вашу активность с помощью GPS, следят за здоровьем, за качеством сна, позволяют оплачивать, поддерживают собственные приложения и оснащаются голосовыми помощниками. Некоторые можно использовать в качестве телефона, без самого телефона. Не следует путать умные часы с современными смарт-браслетами. В отличие от браслетов, умные часы позволяют пользователю устанавливать на часы сторонние приложения, расширяющие их функциональность. Кому-то смарт-часы кажутся бесполезным предметом, но немало людей, которым эти гаджеты очень помогают. Такие часы продаются везде, но предлагаю посмотреть часы, которые продаются на AliExpress. Тут есть дешевые и дорогие. Можно найти, выписать из Китая и купить этот товар от первых рук гораздо дешевле. Но следует помнить, что до покупки лучше прочитать отзывы от покупателей. Ссылки на такие магазины оставлю ниже под видео. Удачи вам!